По древним традициям уральских народов, коренных, февраль – это первый месяц весенний в году. Это как бы уже со временем, когда европейская культура сюда русская пришла на Урал, она провозгласила февраль последним зимним месяцем, но на самом деле на Урале всегда здесь начиналась весна. Вот. И поэтому у коренных уральцев на самом деле в этот момент просыпается все весеннее, поэтому, извините, что вышел из кадра, поэтому весной обязательно просыпается все необузданное, все провода какие-то вылазят еще из головы. Вот. Вылазит все наружу, все инстинкты, как бы, и поэтому коренные уральцы, на самом деле, в феврале, они становятся очень воздушными, очень ранимыми, очень нежными, очень импульсивными, и, как бы, им все время хочется петь песни, танцевать, я не знаю, раздеваться догола и прыгать вокруг костров. Ну, как бы, у нас сейчас запрещено костры в Екатеринбурге, да, разводить, но, на самом деле, там где-нибудь на сортировке, да, там есть места, где это можно делать, там собираются настоящие коренные уральцы. Вот я иногда приезжаю по ночам туда, и мы с ними танцуем вокруг костра и празднуем приход весны. Это на самом деле очень замечательно, потому что нужно чтить свои традиции, помнить, откуда ты. Ну, я вообще на самом деле, конечно, из Сибири, там свои традиции, но я как бы принимаю уральские традиции, потому что я уже здесь живу 4 года и считаю, что это уникальный народ. И нужно возрождать культуру Урала, настоящую культуру Урала, не вот эту вот псевдонасаженную, да, которая к нам пришла непонятно откуда, нет, понятно откуда, да, но мы с вами, коренные уральцы и коренные сибиряки, сибиряки, как правильно, ну, неважно, вот, мы должны почитать весну и праздновать, и чувствовать, что вот она из нас выходит, из наших сердец, вот я сегодня футболку, да, с цветочками одел, вот, потому что цветы зацветают в феврале в вашей душе, а потом они только. Так говорили древние индейцы, которые жили здесь, вот на Шарташском кладбище. Там, вернее, там древнее индейское кладбище, недавно я узнал, да. И вот эти коренные индейцы, они жили в Америке, и они жили здесь, на Урале. Они праздновали в феврале, в душе у них расцветали цветы. И если в душе у тебя цветы не расцветут, то весной они иначе уже тогда не расцветут. Поэтому главное отпраздновать распуск, когда цветы распускаются в твоей душе. Я желаю всем, в принципе, всем уральцам, чтобы в феврале их цветы души расцвели, чтобы весна была настоящая, и чтобы весной пришла любовь и настоящая жизнь.